Приветствую силачей старой школы и всех любителей сгибания. В общем, пару недель назад увидел в видеозаписи у Батраса Тибилова видео, где он сгибает голыми руками стальной стержень 260 на 8. Тоже захотелось попробовать. Вот сейчас как раз вот подразмялись, мы тут пока репетировали выступление. Питерский антураж тоже располагает гнуть почему-то. Так. В общем, вот, собственно, стержень. Давайте начнем с диаметра. Обнулили. Ну, блядь, почти 8. В магазине заявлено, что вот 260 я хотел отрезать, но я ошибся в расчетах. Получилось 220. Угу. Могу вырубить. Да, даже без кольца. Предлагаю на толстом сделать. Готов. Ну, вот, да. Какая? Давай. Поехали. Больно, нет? Оборачивайся, что ли.